Идея возникла у руководства школы танца «Ренессанс» Каламказ Джумагалиева и, ну, ее коллег. Они пригласили нас, меня и моего коллегу Саяна Мурзагалиева. Мы еще студенты Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. И они нас пригласили в Астану на постановку вот детского спектакля. И нужно отметить, что такого крупного масштаба такие спектакли в Казахстане ставятся впервые. А вообще у вас были еще до этого работы, или это как-то дебют ваш? У нас с детьми у нас были такие более мелкие работы, хореографические концерты, просто какие-то номера, поездки на конкурсы. А вот такой полноценный спектакль, это тоже у нас впервые. Вот такой вот опыт у нас. Вы уже где-то его показывали, или это как премьеру проходили? Первая премьера состоялась в Астане еще в мае этого года. А вот сейчас, сегодня на сцене Дворца культуры Горняков увидит карагандинский зритель. Потом спектакль поедет в Алмату на сцене Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Если можно, два слова вот о труппе. Сколько человек участвует? В спектакле принимают участие 135 детей от 4 до 15 лет. Все они еще как бы небольшие профессионалы, но они показали, дали хороший уровень для всех, кто танцует, для тех детей, даже для того же хореографического училища в Алмате. И они как-то все собрались и вместе показали хороший результат. Ну и публика вроде довольна была в Астане. Спасибо.